Возрожденный в сентябре 2014 года указом президента России Владимира Путина, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» в последнее время набирает все большую популярность. Сдавать нормы ГТО пробуют люди самого разного возраста и социального положения. Однако упор организаторы делают все же на подрастающее поколение. Так, на отчетный фестиваль были приглашены школьники из Севского, Брасовского, Навлинского и Комарического районов. Сегодня мы проводим в Брасово. Недавно прошли подобные фестивали ГТО в Дядьково и в Сельцо. Сегодня же также проходит и в Стародубе. То есть мы стараемся охватить все районы, довести до каждого населенного пункта, что такое нормы ГТО, для чего мы сегодня это возрождаем и к чему должны прийти. Куратором проекта на территории нашего региона стал Виталий Минаков. Причем прославленный брянский спортсмен, а теперь и политический деятель, не ограничивается ролью стороннего наблюдателя, а готов показать, что такое нормы ГТО, лично. Это позитивный момент, который должен быть. Мы были в марте месяце в Краснодаре, там тоже также проводили нормы ГТО Краснодарского края, где мы принимали участие тоже в таких же соревнованиях, в таких же мероприятиях, что и повлекло дальнейшее проведение в Брянской области по предложению Виталия Викторовича Минакова провести во всех районах области. На этот раз ребятам было предложено сдать лишь 4 норматива. Всего же комплекс в летней и зимней программах включает в себя 14 дисциплин. Надо потянуться максимально 7, прыгнуть больше 140 и наклониться до пола руками и продержаться 2 секунды. Ну как, получилось? Да. Из тех нормативов, которые пришлось сдавать, какие для тебя любимые, какие нелюбимые? Ну, бег – это самый мой любимый норматив. Подтягивания не очень. Пока подобные мероприятия проходят в формате фестивалей. Однако уже с 1 сентября текущего года брянские школьники, наряду со сверстниками еще из 12 регионов России, где комплекс ГТО будет запущен в качестве эксперимента, начнут сдавать нормы ГТО официально. Дмитрий Кузнецов, Максим Кузнецов. События. Брасовский район.